Народного артиста госпитализировали в коммунарку несколько дней назад. Сейчас Леонид Вячеславович находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Он был госпитализирован в коммунарку накануне Рождества, 6 января. Куравлев испытывал проблемы с дыханием, тест на коронавирус показал положительный результат. В данный момент 85-летний Леонид Вячеславович находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Он на кислороде под круглосуточным присмотром медиков, рассказали в больнице. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление. Актер в последнее время страдал от гипертонии. У него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом ему даже потребовалась срочная помощь врачей. Дома Куравлев упал в обморок. На связи с больницей постоянно находятся дети Леонида Вячеславовича, Василий и Екатерина. Вместе с дочерью актер живет в просторной квартире площадью более 100 квадратных метров в доме на набережной. Из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку и храм Христа Спасителя. После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году Куравлев стал затворником. Он почти перестал поддерживать связь с коллегами, не появляется на публике и больше 5 лет не снимается в кино. Последний раз сыграл в картине «Весь этот джем» в 2015 году.